Дорогу по улице Воздвиженской на гражданском поселке капитально отремонтируют. По ней хотят пустить общественный транспорт для жителей жилого комплекса «Троицкая Слобода». Часть дороги уже сделана застройщиком. Участок в 400 метров остался за районом. Объем предстоящих работ оценил глава района Михаил Токарев и начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Андрей Досовицкий. Дорога пройдет в геометрических параметрах существующей дороги. Вместо обочины будет уложен асфальтовое покрытие, будет бортовой камень. То есть как она есть шестиметровая, так она шестиметровая дорога и останется, только будет в улучшенном виде. Кроме этого, по проекту предусмотрен тротуар. Единственное, мы хотели обсудить это с жителями, но пока понимания нету. Ну, если, собственно говоря, не будет до конца проектных работ понимания, с какой стороны нужен будет тротуар, значит, тротуар исключим из проекта и все. Жители беспокоят то, что после ремонта на Воздвиженской в разы увеличится транспортный поток. В знак протеста дорогу перекрыли каменными блоками, которые в скором времени будут демонтированы. В администрации уверяют, что по отремонтированной дороге пустят максимум две маршрутки, так как пассажиропоток здесь небольшой. Есть генеральный план развития города, город будет развиваться, дороги будут где-то строиться, где-то расширяться, и где мы понимаем, значит, может быть происходить и снос домов. Все к этому надо относиться, конечно, аккуратно, с пониманием, но, тем не менее, без этого все равно не обойтись. Иначе никакого развития города не будет. Это все должны понимать. Сейчас проект капитального ремонта дороги проходит государственную экспертизу. С ним район намерен войти в областную программу софинансирования 2019 года. Екатерина Фурсова, Антон Коврижных. Программа «События».